Прежде чем мы начнем, хотели бы вас попросить поставить лайк этому видео и подписаться на канал. 97% пользователей смотрят наш канал без подписки. Мы очень грустим по этому поводу. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» стала серой. Спасибо за подписку. А теперь начнем. Народные приметы на 21 января. Емельяны Перезимники, Василисы Зимние. По уверению наших предков, этот день славился метелями, вьюгами и буранами. Поэтому дата 21 января в народном календаре восточных славян получила название Емельян, накрути буран, Емельяны Перезимники или Василисы Зимние. 21 января – традиции и обычаи. В это время окончательно прощались со святками. На Руси до обеда не работали, а во второй половине дня брались за дела. Славяне считали, что работать в этот день грех, поэтому делали себе выходной. Женщины после 21 января могли вернуться к ткачеству и придению. В знак этого украшали прялки, с которыми обходили все село. В первой половине было принято ходить в гости и рассказывать интересные истории. Отсюда и пошла поговорка «Мели Емеля, твоя неделя». В этот день было принято приглашать в гости кумовьев и угощать их. Считалось, что это принесет крепкое здоровье крестнику. Сначала подавали холодное, холодец из рыбы, квас, мясо и яйца, затем щи или суп из потрохов, лапшу с мясом или молоком. Главным блюдом была гречневая каша, но прежде чем ее подать, угощали пшенной. В самом конце трапезы подавали сладкий пирог. Кумовья, собираясь в гости, покупали полотенце и брусок мыла. Презенты вручали хозяйке дома со словами: «Вот тебе, кума, мыльца да белое белильце для крестника». Мыло использовали при первом же купании. Верили, что в этот день можно излечить людей, страдающих от застарелой лихорадки. Для этого использовали траву, Петров крест чешуйчатый. В календарной обрядности после Емельянова дня наступало некоторое затишье. Мясное изобилие на столе заканчивалось. 21 января – приметы и поверье. По ветру определяли погоду. Если с юга дует, то летом часто будут грозы. По погоде дня предсказывали август. Снег, последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким. Если 21 января метель, то в дорогу лучше не отправляться, потому что вьюга на Емельянов день считается особенно опасной. Окна в доме запотели, котепели. Человек, заболевший в этот день, скоро поправится. Если за окном мороз, то потеплеет не скоро. Иней на стогах к дождливому лету. Человек, рожденный 21 января, отличается горячим нравом. В качестве талисмана ему подходит янтарь. Спасибо за просмотр ролика. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться с друзьями. Спасибо!